надо оказать всяческую поддержку, я уже об этом говорил еще в начале избирательной кампании, всяческую поддержку не только Центральной избирательной комиссии, материальную, еще какую-то, но и уточнить на местах. Возможно, люди нуждаются в какой-то помощи. Надо связаться с губернаторами. И, Наталья Ивановна, вас попрошу, как начальника штаба уже этой нашей предвыборной кампании, обязательно переговорить с губернаторами и уточнить, какие нужны, кроме материальных средств, какая нужна поддержка. Особое внимание попрошу обратить вас, да и Виктор Владимирович тут в этом плане может помочь, обеспечению безопасности на избирательных участках. Потому что мне все чаще и чаще поступает информация о том, что не везде у нас спокойно хотят провести президентские выборы. А обеспечить безопасность на каждом участке – наша святая обязанность. Вы видите, что делается вокруг, пускай покричат, пошумят, излишеств быть не должно. Не должно быть так, что они начнут нас критиковать за то, что мы используем момент, чтобы где-то кого-то ограничить. Есть закон, согласно закону должна идти предвыборная агитация и работа вся. Да. Поэтому, Виктор Владимирович, материальная часть, yes. Наталья Ивановна, организационная часть. Уточните у Лидии Михайловны Ермошиной, какая нужна поддержка ей и на местах. Да. Если надо, чтобы я подключился, срочно меня проинформируйте.